Здравствуйте! Хочу показать вам макияж за 5 минут, при котором нам понадобится самый минимальный набор средств декоративной косметики. Вначале нам понадобится корректор, который необходимо нанести на зону покраснений, каких-то воспалений. Здесь у нас центральная зона лица, это круги вокруг глаз, нос и подбородок. Если имеются другие проблемные зоны, корректор необходимо нанести и на них. Полученный результат необходимо закрепить пудрой. Вы заметили, что такой вид макияжа выполняется без тонального крема. Зону вокруг глаз необходимо припудрить активнее, для того чтобы нанесенные поверх тени не скатывались и не ложились пятнами. Следующий этап – это нанесение теней. Тени необходимо нанести на линию брови, тем самым скорректировав форму и придав необходимый оттенок. В такой макияже я не буду перегружать зону века тенями. В макияже за 5 минут необходимо оттенить только ресничный контур, особенно внешний угол глаза. Ресничный контур, который мы оттенили тенями и прокрасили тушью, это самый главный акцент, потому что именно он сделает лицо красивым, привлекательным, свежим и подчеркнет ваши черты лица. Здесь необходимо не скупиться с тушью, густо прокрасить ресницы. Даже в таком быстром макияже необходимо смоделировать овал лица. Здесь необходимо нанести темный цвет на большие зоны. В данном случае это лоб и скулы. Розовые персиковые румяна всегда освежат лицо. Их зона нанесения – это зона морозных щечек и неподвижное веко. В макияже за 5 минут я использую блеск для губ. Такой макияж очень быстрый, и он подойдет женщине, которая утром спешит на работу. С вами была Татьяна Бойко. Следите за моими уроками.